человеческом мозге нашли неизвестный участок. Этот участок присущ исключительно мозгу людей. Область эта связана с обработкой двигательной и сенсорной информации от тела. Ученые из научно-исследовательского института Австралии обнаружили в человеческом мозге ранее неизвестных участок. Расположен он между головным и спинным участками. Об этом пишет Science Alert. Открыть данный участок ученые смогли благодаря новому методу с использованием окрашивающих элементов, который распределяет нейроны по группам, в соответствии с их функциями. Неизвестный ранее участок находится внутри мозжечкового стебля у нижнего основания мозга. Рядом с ним располагается зона, которая отвечает за работу спинного мозга. Ученые заявляют, что аналогичного участка у животных нет, и это исключительная особенность человека. Отвечает она за мелкую моторику. Однако данную теорию еще предстоит подтвердить. А потому специалисты продолжат изучение обнаруженной зоны мозга. Ранее сообщалось, что эксперты выяснили, какой сахар защищает организм от образования раковых опухолей. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.